Аромат хлебного цеха пьянит, свежеиспеченные батоны и булочки сводят с ума. Среди белых халатов вдруг появляются люди в погонах. Судебные приставы приехали на хлебозавод не случайно. Миссия важная – поздравить жителей Ярославля с самым главным христианским праздником. Молитва под гул оборудования – это важно перед тем, как отправить куличи в печь. Тесто уже готово. Священник обходит помещение, среди сотрудников много верующих. Признаются, выпекают хлеб только с хорошими мыслями. Каждый день, перед Пасхой особенно. Это самый-самый главный праздник. Мы празднуем воскресение Христово, в этот день мы друг друга приветствуем. Христос воскресе, воистину воскресе, говорим. И видим, что воскресший Господь, Христос, Бог наш, также нас призывает к этому воскресению. И тем самым мы верим, что мы не временно живем на этом земле, перед нами вечность. Уникального рецепта кулича в этих стенах не говорят. Может быть, специально держат в секрете. Ведь у каждой хозяйки он свой. С орехом, маком и белым шоколадом. С украшениями из крема и мастики. Пальчики оближешь. Мечта настоящего гурмана. В некоторых рецептах используется даже коньяк. И вот солидная партия готова. Хрустящая корочка и манящий мякиш. Теперь главное. Судебные приставы упаковывают поздравления, кладут иконы. И еще магнитик с важным напоминанием. Не забывать о своих долгах. Проходит всероссийская акция «Узнай о своих долгах». На исполнение службы судебных приставов большое количество исполнительных производств социального значения. Судебные приставы чтут семейные традиции, поэтому решили приурочить эту акцию к празднику Светлой Пасхи. Также судебные приставы приглашают всех ярославцев на обзорную экскурсию по храмам. Специальная открытка все в тех же куличах. Партия судебных приставов уже в магазинах.